Ну чё там хулиганы? Ой. Короче, только проснулся. Рожа помятая, не причёсан. Но настроение, сука, капитально хорошее. Потому что только проснулся. Сейчас я привет, Киев, привет, Краснодар, Одесса, привет, Украина, Киев, привет, Васька, новый альбом Нагана. Рейкьявик на связи, долго спал, да нет, пару часов поспал. А пару часов поспал, как его. Капелла, привет, всем подписывайтесь, кстати, на Капелла Дила. Как ты, брат? Как я вырвал, ты видишь, я вырвал твое сообщение. Сегодня у нас концерт в Тольятти. Будет большой концерт. И завершающий концерт, завершающий этот год. Вот, такие вот дела. Поэтому готовлюсь к концерту с хорошим настроением. Я думаю, что мы будем выходить, да я не думаю, мы будем выходить на прямой эфир, на Перископ, будем смотреть, как идет концерт, потому что это завершающий концерт. Вот, такая вот фигня. Вася, Васенька, Васек, Домодедово. А, в каком городе? Блин, спросонья. В Тольятти мы. Мы в Тольятти находимся. Очень заснежено. Очень все в снегу у нас. Вот. Такое замечательное. Вот шматье лежит. Толстяк готов, так сказать. Еда не дает, лежит. Вот так вот. Вот такой вот. Сибиря. Как будто в Сибири. Такие вот дела. Короче, по мелочи собираюсь. И, наверное, выдвинусь. Хорошо, что живем мы недалеко от того места, где будем выступать. Так что вот так. Я дождь. Махачкала, салам. Оставил себе сачок. Адгей салам. Когда в Ярике сети. Всем здорово, всем здорово. Кстати, хочу ко всем обратиться, напомнить, что следующую пятницу уже финал «Голоса», так что у нас в команде осталось Эракан. И мы будем петь с ней совместную песню, она будет петь свои, так что голосуйте, потому что здесь судьбу победителей решают наши голоса. Так что приготовьтесь в пятницу смотреть и голосовать. Вот.